Еще раз не понял, почему я не могу находиться. Потому что после. Ну что за список аккредитованных? Список аккредитованных. Это же не выборы, чтобы на них аккредитоваться. Как? Российское голосование. Не, не только не выборы, но голосование. Их имеют право доступа СМИ. Ну, у нас есть в Европе список аккредитованных представителей, правильно? Я не знаю, что у вас есть. Я же вам показал редакционное задание. Но в вашей редакции в аккредитованных нет. И что? Аккредитацию нужно было кого-то. И теперь. Нет, аккредитация на голосование не положено. По закону о СМИ на выборы можно аккредитоваться, а голосование по другим совершенно законам. На нее аккредитация не нужна. Смысл не правда. Мы же сами не будем ругаться, правильно? Естественно. Зачем? Мы будем в рамках закона действовать. По закону о СМИ я имею право доступа. Как? Я вам зачитаю даже. Только как аккредитованная редакция. Давайте я вам прочитаю. Статья 15 Федерального закона от 9 февраля 2009 года, номер 8. Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления. Коллегиальные государственные органы, коллегиальные органы местного самоуправления обеспечивают возможность присутствия граждан, в скобочках физических лиц, в том числе представителей организаций, в скобочках юридических лиц, общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления. Нет, вы как председатель запрещаете, да, при съемке? Как председатель может запрещать съемку для СМИ? Ну, вы же сказали, мы же еще раз... Вы председатель? Где у вас бейджик? Вот бейджик. Да, я председатель. Но мы с вами уже только что проговорили, что средства массовой информации аккредитованы в установленном порядке. Я же вам зачитал правила ФЗ. Если вы... Еще раз, ну давайте мы уже с вами не будем. Смотрите, об одном и том же. Ну, вы разрешите прочитать вам. Нет, закон. Вы уже мне его препятствование прочитали. Гражданами. Подождите. То есть уклонение от исполнения возложенной законом обязанности является основанием для отмены решения, вынесенного в результате заседания коллегиального органа. Вы действуете в соответствии с нормативными документами, на которые ссылка идет в федеральном законе, который вы нам прочитали. В кабинку. Прошу, выйдите 8 часов. В кабинку? Уже 8? Да, 8.00. Покиньте, пожалуйста. Ясно. Я тогда фиксирую препятствование журналистской деятельности. Мы есть. Если полиция разрешит, то я останусь. Полиция находится здесь для охраны общественного порядка. Так. Я же не нарушаю общественный порядок. Здесь все зависит от председателя участка. То есть сейчас вы здесь не можете находиться, сейчас будет подходиться подсчет голосов. Так как председатель просит вас удалиться и запрещает вам видео фотосъемку. В случае, если это видео фотосъемка попадет в интернет, вам будет, вы будете привлечены к уголовной ответственности. Ясно. Андрей Сергеевич, я все понял. Спасибо, до свидания. Я должен предупредить вас, что буду ходатайствовать об отмене результатов, так как вы препятствуете к доступу к информации. В соответствии с нормативными документами. Но я вас предупреждаю, в соответствии с федеральным законом, который я вам только что зачитал, я буду препятствовать результатам этого голосования, потому что вы доступ к информации ограничили. Вы услышали? Спасибо большое. До свидания. До свидания.